Вы наверняка замечали, что многие программы часто выпускают обновленные версии. Это здорово, потому что в обновленных версиях обычно добавлены новые возможности и починены ошибки, которые появлялись в предыдущих версиях. В Ubuntu есть специальное приложение, которое называется Update Manager, которое следит как за обновлением всей операционной системы Ubuntu, так и отдельных приложений, установленных внутри нее. Давайте посмотрим, как он работает. При запуске он проверяет текущее обновление. В окошке сверху предлагается новая версия Ubuntu, до которой можно обновиться. У нас сейчас установлена 12.10, а уже выпущена 14.04. В окошке посередине предлагается обновление для отдельных программ внутри нашей системы. Всего 510 обновлений на более чем гигабайт данных. Кроме того, здесь есть очень полезная кнопка Check, которая проверяет все ссылки, хранящиеся в софтвер-центре на текущей версии программного обеспечения. Например, мы только что скачивали Chromium браузер, когда он обновится до новой версии, старая ссылка может стать недействительной, и софтвер-центр выдаст нам ошибку, что он не может скачать нужный ему пакет. Тогда мы заходим в Update Manager и нажимаем кнопку Check. После этого, запустив софтвер-центр, мы можем быть уверены, что все последние ссылки там обновлены.